Продолжается вечером. Уже вот этот тополь свалили, вот он. Слава богу, обошлось все. Вот Роман решил свалить и этот тоже еще один. Уже без веревок, без всего, не туда пойдет. Вот он какой высокий этот тополь. Там вот его видно макушку. Вот за сухой веткой. Да выше. Не допилил, видимо, чуть-чуть. Господи, помил нас. Добрый вечер. Опасные работы. Вот Ирина приходила. Ужин принесла трактористу. Конечно. Там вроде батюшка что-то говорит, да? А? Батюшка где-то глаголит. Слышно. Истинно батюшка глаголит. Далеко слышно. Один я заметил, а второй нет. Да, здесь и проволока. О, бывает. Еще один. На деревьях. О, ничего себе, там еще на 150 он. Так, подожди. Вот это раз, два, три. Кто-то же. Тут, наверное, поди какой-то забор шел, нет? А, нет, забор вон там идет. Так, ладно, сейчас выше пущу. Давай проволоку натягивай.
Что, застряло? Зажало. Зажало конкретно. Это хорошо. Это хорошо. Она куда-то... Слушай, она куда-то вот сюда вот что ли падает, да? На дом этот мусорский. Как бы она не пошла на линию. Вот я тоже об этом сказал, что она может туда уйти. Вот между этими. Да, вот эти сучки здесь торчат, это здесь придают ее. Они тоже. Она может, имеют. Она может вот так проскочить туда и там линию задеть. Между этими двумя тополями. Вот эти. Сок, что вы стоите? Сок наберите. Где ваш банк? В нашей банке. А его пьют разве? А вон он, ручьем бежит даже. Плачет дерево. Скрыли его. Тебе запасная шина, да? Потеряевский экстремал, Роман Малыш. Чем только он не занимается, и пилит дрова, и скалолазанием, можно сказать, по деревьям, альпинизмом. Вот так. А у тебя цепь еще одна есть или нет? Должна быть. Сейчас. Есть. Зажало. Не очень острое. Зажало цепь с шины. Так, принесу другую. Тяжесть неимоверная. О, солнце выглянуло. Да, рискованно, конечно. Может, надо было натяжку все-таки туда сделать.